Современным оборудованием оснастят сосудистые центры и республиканский онкодиспансер в рамках нацпроекта здравоохранения. 30 единиц медтехники планируется закупить в этом году для регионального сосудистого центра Республиканской клинической больницы, в том числе современный компьютерный томограф. На эти цели из федерального бюджета выделят более 120 миллионов рублей. Ультразвуковые аппараты для исследования сосудов сердца и мозга, оборудование ранней медицинской реабилитации, аппараты искусственной вентиляции легких планируется приобрести для 7 первичных сосудистых отделений. Это уже план на ближайшие несколько лет. Республиканский клинический онкологический диспансер получит почти 60 единиц медицинского оборудования.